19 февраля в России отмечается 30-летие годовщины вывода советских войск из Республики Афганистан. По этому поводу в Парке Победы прошел митинг, посвященный Дню памяти россиян, участвовавших в боевых действиях за пределами страны. Сегодня особый день для Республики Татарстан, для Российской Федерации. Особый день, день славы, день памяти тех, кто не вернулся с Афганистана. Также мероприятие посетили общественные организации, школьники, студенты и ветераны. Данное мероприятие, оно является для нас уже традиционным, ежегодным, потому что мы принимаем в нем участие каждый год. И именно, в принципе, мы, Центр патриотического воспитания, уделяем ему особое внимание. Для всех желающих была организована полевая кухня, где каждый мог отведать армейской кашей и чай. Стоит отметить, что в скором времени в Парк Победы будет установлен новый памятник в честь воинов-афганцев. Булат Гусейнов, Ленардо Влетьяров, Универньюз.